Крыму. Короче, 12 июня, погода прохладная. Никто не купается, но море красивое, конечно. Нам, слава богу, удалось договориться с тем же человеком, который нам сдавал жилье раньше, и по нормальной цене. Ну, а может, потеплеет через несколько дней. В Керчи было жарко, а здесь километров через 50 похолодало резко. Ну, ничего страшного. Главное доехать, чтобы все было нормально. Мопеды пока едут. Не знаю, мой восход, наверное, бы не доехал. Бывший восход. Вот пробег я покажу. 20 тысяч. А выезжал из Мурома, был где-то 17-800, что ли. Или 17-700. Сонька, посмотрим. 21 тысяча. Ну, не знаю, сколько у него было. Все.